Всем привет, зрители и подписчики канала Эрик Кантона. И сегодня очередные награды дивизиона Ривальц. Итак, давайте посмотрим еженедельного турнира. Поехали. Итак, насколько я понимаю, у меня получился рейтинг 3. К сожалению, было очень мало времени играть в Ривальц. Но подскажу вам сразу, что матчи, которые вы играете в Weekend League Food Champions, они идут в зачет Ривальца. И поэтому, когда вы отыграете всю Weekend League, увидите, что уже, соответственно, у вас уже есть какой-то рейтинг в дивизионе. Итак, можно взять просто 32 тысячи монет, но это совсем не интересно. Можно выбрать вариант 2, получить 4 золотых премиум набора и 2 мега набора. Но тогда нельзя будет продать. Получать также 65 очков Food Champions. Я все-таки выберу те наборы, где можно продать. В случае, если выпадет какой-нибудь топовый игрок, но не из Премьер Лиги, я хотя бы смогу получить за него монеты, либо, ну, если уж будет он недорогой, отправлю его в СБЧ. Итак, поехали. Подтверждаем. Большой золотой премиум набор 2 штуки и 1 мега набор. Да, третий рейтинг. Завершено. Все, соответственно, идет к нам в наборы и будем сейчас открывать. Итак, начинаем открывать наборы. Давайте мега наборы с 30 предметов и 18 редких оставим на потом. И начнем с большого золотого премиум набора, где 24 предмета, 24 золотых и 7 редких. Экраны, сразу экраны. Испанец. Дыхе, блядь. Ну, неплохо. Конечно, хотелось бы Дыхею. Но это, наверное, было бы чересчур эпично, если бы не выпал Дыхея. Ну, в принципе, ничего такого топового не выпало, поэтому... Сейчас будем открывать следующий набор. Итак, открываем следующий большой золотой премиум набор. Возможно, там тоже будет экран. Поехали, смотрим. Да есть же, блядь. Ну сейчас-то что? Ну, блин, ребят, хотя бы экраны уже неплохо. Да, это Дракслер, причем это у меня дубликат. Ну, наверное, сейчас посмотрим, сколько он стоит. Ну, хорошо, дубликат, с учетом того, что стоит он всего 3000, пожалуй, выставлю на продажу. Ну и так, если учесть, что в премиумах наборов попадались экраны 84, 83, ну, в мега наборе мы ждем просто сейчас либо Информа, либо Кумира, либо Месси с Рональдо. Поехали. Нет, Англия. Да, к сожалению, ничего топового в наборах нам не упало. В любом случае, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Впереди матчи Weekend League Food Champions. Я в любом случае прошел отбор, да, потому что получил определенный рейтинг в предыдущем, так сказать, турнире. Также награды за Weekend League, я их тоже жду. И впереди еще должно быть испытание центральных матчей. Тоже ждем, когда оно выйдет. Всем пока и играйте в FIFA 19.